Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня мы вяжем манишку, быстренькую, простенькую. Подходит она, девчонки, всем. И женщинам, и девчонкам можете вязать, дочечкам, внучечкам. Я думаю, она будет такая универсальная. Кстати, в темном цвете и для мужчин она подойдет прекрасно. Сейчас все увидите. Так, нитки у меня, девчонки, два мотка, кто смотрел шапку, вот оттуда, ориентируйтесь по составу, по метражу, 50 грамм, 55 метров, два мотка у меня 100 граммов, шапка уже есть на канале, девчонки, кто не видел, смотрим, и для манишки я набираю 100 петель. Набрала я 105. Вяжем резинкой 2 на 2. Соответственно, это я вяжу под ту шапку, которая уже есть на канале, чтобы был комплект. Но узор вы можете выбрать резинку 1 на 1, английскую резинку, что угодно. Важна сама конструкция и размеры конструкции. А узор уже подбирайте вы, какой вам больше нравится или какой вам подходит под вашу шапку. Поэтому это уже на ваше усмотрение. Продолжаем вязать резинкой 2 на 2. Так, вот смотрите, девчонки, связали мы ровное полотно. Я его измерю. Вы должны понимать, что это резинка, и она, ну, в общем, это резинка, да, поэтому в спокойном состоянии она у меня 45 сантиметров. Соответственно, хорошо тянется. Высоту 10,5, можно сказать, 10 сантиметров, девчонки. Это уже так. Теперь закрываем петли. 1, 2, 19 и 20. 20 петель я закрыла, девчонки. Теперь смотрите, сейчас мы будем соединять вязание в круговую, и петли должны у вас совпасть. То есть смотрите, у меня 2 лицевые, вот это будет изнаночная, вторая изнаночная, 2 лицевые, чтобы должен совпасть узор. Теперь я буду вязать в круговую. Вот эта петля у меня будет изнаночная, эта кромочная тоже изнаночная. И далее вяжу по узору. Вот она, по сути, наша деталь, которая потом соединится. Это мы еще все с вами соединим. Сейчас мы продолжаем вязать по кругу нашу манишку. Так, девчонки, смотрите. Вот такая вот у нас конструкция. По сути, это вот такая труба, да, и вот этот выклинок, который мы связали отдельно в начале и закрыли петли. Теперь, сейчас, подождите, я измерю. Вот это я все... Высоту вязала 27 сантиметров, то есть здесь у меня 17 должно быть. Так и есть, 17 сантиметров от момента соединения. Ну и ширина, опять же, я говорю, это в спокойном состоянии, тоже 17 сантиметров. Теперь я все петли закрываю по кругу и закончим, и все у нас уже готово. По узору, то есть провязываю лицевой, продеваю через первую изнаночную петлю, провязываю изнаночной и продеваю. И так по кругу закрываю все петли. Смотрите, закрыла я все петли, нитку обрезаю и вот здесь вот продену. Теперь продеваю в иглу и сделаем закончили. Я еще здесь сделаю узелочек на всякий случай. Так, вот, чтобы у нас был красивый край, так как лицевая сторона у нас будет здесь, то здесь я просто эту нить продену. Верх у меня готов. Теперь осталось сделать вот этот клинышек. Вот от набора у меня осталась нить.
Я продеваю дело. Постарайтесь, если вяжете толстой ткань, то если вяжете толстой пряжей, постарайтесь оставить нить для сшивания, чтобы у нас здесь не было узлов лишних. И вот нам надо соединить вот эти, вот это место, вот этот кусочек. Перехожу на изнаночную сторону и сшивать буду здесь. Так, здесь у меня кромочные петли, вот они, а здесь петли, которыми я закрывала это полотно, и вот за них я сошью. Все наши действия проверяем. Вот, прекрасно. Здесь сделаем узелочек каким-то образом. Кстати, прихвачу вот эту дырочку. Вот и отлично. Так. Все, девчонки, наша манишка готова. Вяжем нашим мужчинкам, нашим мальчишкам, девчонкам, деткам, кому угодно, бабушкам, дедушкам, себе любимым и мужьям нашим. Себе любимым и мужьям нашим носится это под куртку, под пальто, под что угодно. Под любую шапку вяжем. В общем, под все. Такая у нас сегодня манишка простейшая. Вот, мои хорошие, я надеюсь, вам хорошо видно. Видите? Вот так вот она выглядит. Прекрасно сидит, ничего не мешает. Нет лишних каких-то заломов, изгибов, все по телу ложится и все садится. Так что, девчонки, вяжем, носим, радуемся и радуемся. Радуем всех. А с вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока. Если вяжем, отмечаем меня в Инстаграме. Буду делать репост, девчонки. Все. Всем пока, чтобы все видели.